если ты будешь отсутствовать, или готовься к переживеновке. Тогда Жень. Клянешься? Честная пионерская. Ну, здравствуйте! Настя, знаете, какая штука? Наконец-то я вас нашла. Я вас очень прошу, немедленно отправить со мной цирк для переговоров. А то знаете, какая штука? Не директор голову оторвется вас. Пусть только попробуйте оторвать голову такому достойному человеку, как ты. Соглашайся, Катавыш. Я цирк, это незаменимый человек. Слушаю и повинуюсь у Волька. Очень хорошо. Так вот что, как бы только работа в цирке не отразилась на моей учебе. Ничего, учиться будешь без отрыва от производства. Правильно, молодой человек. Вот она какая штука.